В той башне высокой и тесной царица Тамара жила. Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварна и зла. Не случайно выставка «Небесный избранник» открылась строками одного из стихотворений Михаила Лермонтова. Ведь юные художники образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Декор» и их наставник, талантливая художница Нила Горчанюк, подготовили этот подарок любителям поэзии и живописи специально ко дню рождения поэта. Поэзию Лермонтова я люблю, сколько себя помню. А наша выставка сегодня, она посвящена этому прекрасному духовному поэту. И мы в память, как дар, предлагаем наш такой вернисаж. Виды Кавказа, Мцыри, Парус, Горное ущелье, а всего 27 творческих работ в акварели и графике, в авторских техниках, авангардном и классическом стиле написаны по мотивам сюжетов произведений Лермонтова, изображают их главных персонажей или места, в которых бывал поэт. На этой выставке представлена моя работа, вот она. На ней изображен пейзаж с орлом. Я решила нарисовать эту картину из-за того, что Лермонтов писал очень много стихов о природе и также о свободе, которую олицетворяет орел. Я пишу картины в различных стилях, и было очень интересно попробовать написать картину по стихотворениям Лермонтова. Я выбрала образ Тамары. Сложно было передать ее эмоции, так как она такая строгая царица. Руководитель нашей студии Горчанюк Нила Николаевна очень творческий человек и увлекает нас за собой. Увидеть работы юных мастеров кисти можно будет до 23 ноября. Именно столько вернисаж будет радовать посетителей. Вход свободный.